Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас Перри, и сегодня мы с вами разбираем просто обалденную песню потрясающей группы One Ok Rock, которая называется Taking Off. Для тех, кто не в курсе, One Ok Rock — это очень крутая рок-группа из Японии, которая достаточно сильно известна в Европе, и на самом деле, на удивление, не слабо так известна в России. То есть многие ее знают, когда они приезжали в Москву, они даже собрали там, ну, приличный зал. А для тех, кто не знаком с этой группой, я советую обязательно ознакомиться, потому что ребята действительно классные. А более того, те, кто смотрит нас очень давно, могли очень часто слышать их треки, потому что мы периодически куда-то их вставляем, они классные, они прям такие задорные. И группа на самом деле поет преимущественно на английском, нежели на японском, что, естественно, популяризирует их по всему миру. Так вот, у них буквально пару недель назад вышел альбом, по-моему, «Амбиции» называется, «Ambitions». Очень классный альбом, но он достаточно лирический, такой мелодичный, мягенький. А в конце прошлого года вышел как раз-таки сингл. Эта песня присутствует на этом альбоме, она называется «Taking Off», как я уже сказал. И она прям такая драйвовая, просто обалденная. Я когда ее услышал, она мне дико понравилась, дико зашла. И я решил ее разобрать. Так что, собственно, давайте приступим. Первое, на что на самом деле стоит обратить внимание, это наша уже с вами извечная проблема. У них в оригинале гитара опущена на полтона ниже. Во-первых, шестая струна дропнута, то есть она звучит как открытая четвертая, либо же как пятая на седьмом ладу. Вы просто опускаете ее, и вместо пятого лада шестую зажимаете на седьмом. И она звучит в унисон с открытой пятой. И вот эту всю конструкцию мы должны еще опустить на полтона ниже. То есть у нас будет не ми, первая струна, а до диез. Ре диез. Соответственно, верхняя у нас будет до. Нет, до диез, да, до диез, как четвертая до диез. В самом начале я сыграл эту песню тоже в опущенном строе на полтона ниже, поскольку я играл под них, я слушал их и исполнял эту песню. Ну, мне так было просто в этот раз проще. Если вы хотите играть под них, то вам придется опустить гитару на полтона ниже. Если же нет, то просто опустите шестую струну, этого будет достаточно. Но в таком случае вы будете исполнять ее самостоятельно. Под них сыграть, к сожалению, не получится. Итак, давайте с вами, пожалуй, начнем. Все начинается с достаточно простой такой штуки. Это такое небольшое вступление, даже, я бы сказал, пре-интро. Мы зажимаем с вами первую струну на пятом ладу и вторую струну на третьем ладу. Играем просто эти две струны. Играем вниз, вверх, вверх, вниз. И дальше просто повторяем вверх-вниз. То есть первый удар акцентированный, а дальше крутим. И как бы на конце такта последние два удара мы делаем, уже перемещая нашу вторую струну с третьего лада на пятый. То есть зажимаем обе первые струны на пятом ладу. И делаем два удара. А второй раз, когда мы ее повторяем, мы с вами ее уже не доигрываем до конца. Здесь песенка въезжает, и начинается уже полноценное мощное интро, которое по существу является еще и припевом. Звучит она так. Поскольку мы с вами опустили шестую струну, у нас так называемые power quint аккорды теперь превратились из вот таких вот в такие. Соответственно, шестая струна переместилась через один лад вперед, и это позволяет нам зажимать полноценный аккорд всего лишь одним пальцем. То есть зажимаем три верхние струны, допустим, на седьмом ладу, и это у нас будет полностью аккорд ля. А в самом вступлении мы играем два аккорда, это у нас ля и ля диез, но мы добавляем еще одну четвертую струну, зажимая ее через лад. То есть весь аккорд зажат на пятом ладу, на седьмом ладу, четвертая струна, соответственно, на девятом. У нас получается вот такой аккорд. Мы делаем по нему два быстрых удара. И всю эту конструкцию перемещаем через лад на восьмой лад. И играем по тому же принципу. То есть удар вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз.
три раза. Затем нажимаем обычный квинт-аккорд уже на 5-4 струне. Соответственно, это у нас 3-5 лад. Делаем по нему два удара. То есть... И дальше мы опускаем две верхние струны, они у нас звучат открытые, а вот этот палец перемещаем с 5 лада на 7 и также зажимаем 4 струну на 7 ладу. Она не обязательно должна сейчас использоваться, но тем не менее она понадобится в дальнейшем, потому что мы сделаем мощный удар по открытым струнам, при этом можем задеть 4 и 3, можем не задевать, это не принципиально. То есть мы можем по идее сыграть просто. Но! Мы добавим этот открытый аккорд до, точнее, в данном случае ре, до диез, если в оригинале, вот с этими двумя нотами, потому что после того, как мы по нему ударили, сделали такой мощный вброс, мы зажимаем сразу же первым пальцем одновременно две струны, первую и вторую, на 5-м ладу. У нас получается... И дальше тем же самым ритмом продолжаем играть полноценно вот такой аккорд. То есть у нас должны звучать низкие верхние струны и высокие нижние. Только вместо трех вот этих ударов мы играем два раза. И третий раз мы снова возвращаемся к аккорду ля с третьей струной. И делаем два удара. Такие не так, как в начале, быстрые, а немножечко протяжные. Сейчас вам покажу, вы поймете. То есть начинается. И после этого снова все это крутим по кругу. То есть два длинных удара в конце у нас получается на аккорде ля. И затем два быстрых удара снова на аккорде ля уже начало. Получается у нас все сейчас медленно, потом быстро. Поняли, да? Теперь быстро. Так, играем, соответственно, два раза. И после этих двух раз, когда мы сделали два длинных удара по аккорду ля, мы делаем еще вот так вот. То есть играем кусочек вступления, но без третьей струны. Просто обычными аккордами ля или диез. Все, немножечко тянем. И начинается у нас уже, собственно, куплет. Несмотря на то, что One Ok Rock, в принципе, имеют одного гитариста и примечательно у них все партии в одну гитару, в данном случае в куплете играют две гитары. Обе они атмосферные, не создают какого-то четкого такого ритма, а создают просто атмосферу. Они звучат по отдельности достаточно странновато, а вместе очень круто, с учетом еще всяких эффектов, которые там наложены, соответственно. Первая гитара начинает играть на слабую долю, играя такую штуку. Так играется на протяжении двух раз подряд. Обратите внимание, что мы начинаем на слабую долю, то есть не сразу же, а так начался, мы чуть-чуть ждем и начинаем играть. Это нужно внимательно послушать и почувствовать. Все это дело мы играем на самом деле на четвертой струне, используя только 5, 7 и 8 лад. То есть мы играем на четвертой струне 5 лад, 7 и 2 раза 8. Немножечко таким ломаным ритмом. Три раза подряд. Затем один удар по четвертой струне на 8 ладу и один удар по третьей струне на 7 ладу. То есть, и как только мы дергаем 7, мы идем слайд к основанию грифа, делаем слайд. И играем 6 на 3 струне, затем на 4 струне 2 и 3 лад приемом пул, то есть мы дергаем 3 струну и резко ставим палец на 3 лад. И 3 на 2. То есть... Все вместе у нас получается. Так, играем два раза подряд. Вторая гитара в это время играет такую партию.
На самом деле она играет с несколькими эффектами и с приглушением. То есть все очень просто. Мы играем, начинаем играть с седьмого лада на третьей струне. Затем играем пятый, шестой, восьмой на второй. Достаточно ровными ударами. И снова играем третью струну на седьмом ладу. И под конец такта мы делаем немножко ломаным ритмом. Как бы возвращаясь, играем восьмой, шестой и пятый лад на второй струне. Играем три раза подряд. И затем все очень просто. Полтакта мы зажимаем вторую струну на восьмом ладу, третью на седьмом. И полтакта все это дело перемещаем через один лад. То есть, соответственно, шестой и пятый лад. То есть... И у нас получается... Точно так же играем два раза подряд на протяжении этого куплета. И дальше идет прехорус. Прехорус построен на тех же самых нотах, и звучит он так. Что у нас здесь происходит? Опять-таки начинаем с седьмого лада на третьей струне, играем все ровными восьмыми нотами, долями, играем третью струну, затем на второй струне шестой, восьмой, шестой. Затем все то же самое, только шестой лад мы меняем на пятый. И у нас получается третья струна, пятый лад, восьмой, шестой. Так четыре раза подряд. И после этого легенько-легенько так вот делаем квинтом аккорд соль. То есть на пятом ладу зажимаем три верхние струны, и у нас получается... Тянем. И начинается припев. Припев, как мы с вами уже выяснили. Точно так же заканчиваем, как в начале. То есть... Но здесь перед куплетом мы тянем. И затем делаем еще два удара, только уже на 10-м ладу. То есть получается... Просто два удара. Ждем и не в начало такта, опять-таки синкопой, немножко съехавшись, немножко съехавшись чуть-чуть вперед такта, мы делаем просто фужелет на седьмом ладу, либо третью и вторую, либо четвертую, третью и вторую. То есть, что так, хуже не будет. Просто делаем удар и ждем. Уже начался у нас, собственно, второй куплет, вот с этих фужелетов. Тянем до определенного момента и делаем такую штуку. То есть по трем струнам, вторая, третья и четвертая, на 10-м ладу делаем такую штуку. После вот этого. При этом обратите внимание, что первая струна у вас на самом деле не должна звучать, иначе она все у вас испортит. Затем, продолжая играть куплет, вот первую часть, вот эту. Куплет распределен на две части, насколько вы помните. То есть вот эти моменты повторяются дважды. Первую часть мы, как бы, грубо говоря, просрали с вами. Мы проиграли, протянули фужелеты и потом сыграли. Вторую часть мы уже опять-таки играем. Одна гитара играет. А вторая гитара, соответственно. За исключением одного момента. Вот эта гитара все делает правильно.
А вот эта гитара вместо вот этих двух аккордов, ну, полуаккордов, снова играет в конце куплета. И что у нас получается? Куплет состоит из фужелетов, затем после этого. Дальше у нас все это дело продолжается снова при хорусом, за исключением кое-какого отличия. В первом случае мы играли всего лишь 4 раза, то есть 1, 2, 3, 4. А в этот раз мы сыграем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На самом деле они не заканчивают на этой ноте, они просто тормозят, но у них очень классный делай наложен на гитаре, поэтому все это дело так продолжается и создает ощущение завершенности картины. У нас этого нету, поэтому мы добавим еще эту ноту, чтобы прийти нам в тонику. То есть ждем, и начинается припев. Но, опять-таки, за небольшим исключением, припев начинается не с этого аккорда, нет, а сразу же с этого. То есть вот эти два удара мы пропускаем. То есть у нас получается... Вот здесь припев продолжается, то есть продолжается его часть на тех же самых аккордах, но появляются две очень прикольные фишки. После мы играем... То есть что мы делаем? Мы на четвертой струне, на третьей струне играем 10 лад, 9, 5 ударов по 10 ладу, 1 по 9. И здесь мы снова возвращаем палец на 10 лад, на третьей струне, но добавляем уже аккорд. То есть... То есть у нас идет... И после этого... То есть... После вот этого мы делаем слайд на четвертой струне с 5 на 7 лад. Играем те же самые 5 ударов по 7 ладу на 4 струне, только со слайда. Один удар по 5 ладу на 4 струне. И здесь мы делаем, снова возвращаем на 7 лад, но делаем такой мощный выход. Мы резко ударяем струнами вверх по открытым, соответственно, 4 на 7 и открытые 5 6. То есть. Можно, если вы будете играть сразу ударом вниз, то есть вам придется делать так. Ударом вниз. А если вы начнете это играть с удара вверх, то пятый лад у вас попадет на удар вниз, и когда вы вернетесь на 7 лад, подключив открытые струны, вы сделаете удар вверх. Это будет выглядеть, это сложнее исполнить, но это выглядит эффектнее, и если вы, допустим, играете это на электро, то у вас получится намного более такой акцентированный удар. И далее снова ставим вот этот привычный уже нам аккорд и играем его, все как в куплете, ой, в припеве. То есть. Так играем два раза, заканчивая это снова, как бы переходя на куплет. Но дальше у нас идет не куплет, а идет уже бридж. Мы это дело немножечко тянем. Снова играем прихорус. 6 раз. Не 4, как в первом случае, а 6, как во втором. И вот во второй раз, если в первом случае, в конце второго куплета мы дернули и убрали сустейн с третьей струны, то в этот раз я предлагаю ее тянуть. То есть...
И начинается мягенькая часть, звучит она так. Все очень просто. Начинается с обычного пауэр-аккорда на пятой струне на первом ладу, то есть пятая струна первый лад, четвертая, третья, третий лад. Ударяем по нему. Под конец такта перемещаем всю эту конструкцию, только убираем третью струну. Делаем удар и перемещаем все это еще через лад, возвращая уже третью струну. То есть... Здесь добавляем снова первую, вторую струну на третьем ладу. Без верхних струн, они здесь не нужны. Делаем удар. Затем еще один удар и возвращаемся снова на первый аккорд. Снова второй. И третий. На этом мы все заканчиваем. Здесь, ну, как бы там сустейн, фон тянется. И снова начинаем припев. Не с первых двух ударов, а сразу со второго аккорда. Все, собственно, после, когда мы два раза проиграли с этими фишками, опять делаем два удара, когда мы переходим на куплет. То есть просто без третьей струны, седьмой и восьмой лад. И на этом песня, собственно, заканчивается. Песня, на самом деле, очень крутая, очень клевая и интересная, на мой взгляд. Она прям такая дико заводящая. Нет в ней чего-то суперсложного, по крайней мере, для тех, кто знаком с таким стилем и кто часто исполняет такие вещи на гитаре, неважно, акустика это или электро, за исключением каких-то вот отдельных элементов, типа, если играть это с ударом вниз, то это будет многим непривычно и придется тренироваться. К тому же, учитывая, что это делается достаточно быстрой скорости. А так, очень много интересных музыкальных ходов, ракешных, которые мне лично очень симпатизируют в этом треке. Вот, если вам понравилось, то обязательно пишите в комментариях, потому что OneCrock крутая группа, мы, по-моему, ее ни разу еще не разбирали. Если хотите, мы разберем какой-нибудь их прям супер-супер прошлый хит, типа The Begin или Beginner, которая песня просто была бомбой в свое время, где-то года 2-3 назад, может быть 4, ну, по-моему, 3. Пишите, понравилось вам. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Если понравилось, ставьте лайки. Все, увидимся с вами в следующую пятницу. Будет легенький бонус, но на очень крутую группу. Несмотря на то, что он будет несложный, это будет крутая группа, крутая песня. Я думаю, многим из вас зайдет. К тому же, это был саундтрек к одному из блокбастеров прошлого года. Вот, думайте, гадайте, что за группа, что за трек. По традиции, заранее никогда не рассказываем, что будет на сборах. Все, на этом все. Увидимся с вами в следующую пятницу. Все, счастливо.